Какой современный шлем? Полностью, да, это современный образца. Пятая защита? Да, ну это пластиковый тренировочный, а так пятый класс защиты идет. Необходимая защита, оружие и пули. Здесь в пневматическом и мультимедийном тирах все максимально приближено к настоящим действиям. Занятия по огневой подготовке пользуются особой популярностью у курсантов центра «Авангард». Председатель Московской областной думы Игорь Бринцалов посетил учебные классы и принял участие в проекте «Обратная сторона медали». Первый раз в этом замечательном месте, которое, казалось бы, решение было совсем недавно принято и министром обороны, поддержанным губернатором Московской области, мэром Москвы, и реализовано в самые короткие сроки, но качество того, что я увидел, уровень, это сказать просто словами, что это высочайший уровень, просто не скажешь. Это действительно современный учебный центр, который позволяет воспитывать наших детей по различным направлениям. В центр «Авангард» входит 4 кластера и 3 жилых корпуса с комнатами отдыха и зонами приема пищи. Помимо учебных занятий, здесь проводят развлекательные программы и различные тематические встречи. Совсем скоро в центре будут проводить совместные мероприятия с Мособлдумой. Подписывается соглашение о сотрудничестве между Московской областной думой в лице председателя Бринцалова Игоря Юрьевича и учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в лице директора Борисовой Дарьи Олеговны. Мы открываем в сентябре вторую очередь развития нашей территории, которая будет включать в себя 2 новых, совершенно построенных, свежих корпуса для проживания детей и общежития для взрослых. Корпус детский сможет вместить в себя до 300 ребят и корпус для взрослых до 200 взрослых. Это открывает для нас как потенциал и в приеме детей, соответственно, гораздо большего количества, так и кадровый потенциал раскрывается. У нас есть большая возможность привлекать ребят и педагогов из региона. Кроме того, в день встречи с председателем Мособлдумы ребята смогли задать ему интересующие их вопросы. У меня к вам вопрос. Как стать председателем Московской областной думы? Здесь нужно прежде всего сначала заручиться доверием жителей региона, в своем избирательном округе, быть лучшим по результатам избирательной кампании. В «Авангарде» продолжают разрабатывать новые программы и методики. В планах на будущее увеличение количества учебных тренажеров, а также проведение совместных встреч с представителями Мособлдумы и регионального молодежного парламента. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».